Пускаются, они умирают. Это тоже все, все происки Иисуса, это испытание. Сидит Иисус на небе и тебе испытание шлет. Когда умирают дети, даже нерожденные и прочее. Слышу, так, а, все понятно, они просто нехорошие были. И пишет, вот на этом мы и закончим. Вот на этом мы и закончим, пожалуй. Вот на этом мы и закончим, про то, что это нехорошие люди. Вот это мне теперь все понятно. Теперь мне все понятно. Дальше можешь не продолжать. Это уже знаешь. Просто дальше ничего не говори. Мне все понятно про твое. Вот сейчас ты просто все, я все поняла, что за человек. А вот понимаешь, вот в этом заключается ваша вера. Что вы нихуя не знаете. Вы нихуя, вы верите в какую-то эфемерную хуйню, блядь. А когда по факту тебя спрашивают, откуда ты знаешь, что он был хороший? Это он был плохой, блядь. И ребенок в утробе тоже плохой был. И ребенок, родившийся дауном там или умерший в рождении, это тоже плохой человек. Это все, блядь, за грехи. Боже, все. Закончим этот разговор. Или где твой боженька, когда...